Бусидо. Путь воина. Тацуо Накано против Киёши Тамура. Вот этот здоровый кабан, это Тацуо Накано. Он говорит, ну, что мне говорить-то, нечего мне сказать. Даже мне мало того, и даже не о чем думать. Я просто-напросто вот иду на ринг драться, выхожу на ринг. Все мои разговоры – это мои руки и мои ноги. Это все на ринге. Я разговариваю на ринге по-своему. Вот, собственно, и все. Вот он, Тацуо Накано. А этот молодой парень, это Киёши Тамура. И он говорит, что он очень много тренируется в зале. Ну и тому подобное. Думает, что очень важно, если сможет сделать то, чему научился в зале, и что тренировки, которые он проводит, они должны дать свои хорошие плоды. Многие критикуют мой стиль борьбы, дескать, все плохо, но я должен идти своим путем и делать то, что я делаю. Это Киёши Тамура. Ну, здесь совершенно очевидно, Накано в черном трико, в черных штанах, ну а Тамура в красных плавках. Тацуо Накано, он из Ибараки, ему 28 лет. Кстати, его прозвали Элвисом из-за его прически. Но, друзья мои, не надо смеяться, он постоянно совершенствуется. Выиграл 7 последних матчей. И особенно его порадовала победа над Кокихара в прошлой встрече. Видите, 8 побед всего из 13 возможных. И Киёши Тамура, соперник Накано. Тамура из Окаяма, ему 24 года. Один из молодых спортсменов в Бусидо. Но ему надо прийти в себя после последнего довольно-таки жестокого боя. Он пытается вернуться к победам после поражения от великого Такады. Интересно, сможет ли он улучшить свои достижения сегодня. 11 побед у него из 16 проведенных боев. Кстати, у Накано было 2 совершенно сумасшедшие победы над Кокихарой. И теперь он бьется против Тамура, который по рейтингу все-таки ближе именно к Кокихаре. Тамура показал очень неплохой бой в нескольких последних встречах, особенно в бою против Такады, но проиграл из-за опыта великого Такады. Пока идет разведка боем. Никаких ударов ногами, заметьте. Скажем прямо, это нетипичный для японцев сейчас стиль боя демонстрируют нам бойцы. Все-таки зрители, конечно же, хотят более эффектных ударов. Да и не только ударов ногами, но, естественно, руками. Какой-то скорости в движениях. А здесь пока мы этого ничего не видим. Сейчас Накано, напомню, находится в более выигрышном положении. Он пытается провести атаку. Но Тамура очень любит борьбу на ковре. Также он предпочитает
удерживать соперника на этом самом ковре, на ринге, называйте это как угодно. Кстати, Накана тоже не прочь побороться именно в таком положении. Но вот в последнем матче Накана применял удары и победил. Вы знаете, Тамура прекрасно владеет техникой удержания и знает все выходы из захватов. Обычно он просто ждет удобного случая и пользуется им на все 100%. Он всегда заставляет противника использовать собственный вес против себя. И вот посмотрите, у Элвиса, да, у Накана вес этот довольно-таки внушительный. Удастся ли Тамуре воплотить вот это вот и превратить желаемое в действительное, это мы увидим, я думаю, в ближайшее время. Кстати, Накана раньше проигрывал Тамуре, хотя у Накана и есть преимущество в весе. Это значит, что Накана знает, что Тамуру так просто не возьмешь. Оба достаточно опытные в бусидо бойцы, поэтому действительно, надо будет ждать удобного случая для атаки. Пытается сейчас что-то сделать Накана, но ничего пока ему не удается. И Тамура уже пытается использовать захват. Никакого толка. Тамура сейчас быстренько выглядывает, есть ли там симпатичные девчонки на трибунах, чтобы потом познакомиться с ними. Может быть, назначить свидание где-нибудь в кафе, попить кофейку. Может, что покрепче. Ну, в зависимости от времени суток, когда будет проводиться это самое свидание. Сейчас, кстати, был показательный момент. Судья спрашивает у Тамура, сдаешься? Тот отвечает, но нет, мол, не сдаюсь, не дождетесь. И Тамура у канатов. Бой останавливается. 15-14 впереди Накана. Что же будет дальше? Интересно. Чем ответит Тамура? Вот у меня сейчас единственный вопрос. А Накана почему-то, ну не знаю почему, не использует свои очень неплохие ноги. Напомню, что именно последний бой, который Накана проводил против Кокихары, он выиграл благодаря очень неплохой технике ударов ногами. Будет, очевидно, бросать через себя сейчас Накана. По крайней мере, были у него такие мысли. Но вместо этого он попадается на захват, но тем не менее может бросить, еще нет. Да, атаковал солнечное сплетение коленом и бросил. Совершенно верно. Бросил, причем неплохо. И заставляет Накана бедного Тамуру сейчас искать пути выхода. А тот одну ногу на себя, на другую забрасывает. И спокойно совершенно отдыхает. Но очень сейчас неприятный момент. Тамура рвется к канатам, да. Вот он, спасительный пластик. Захват кисти очень хорошо провел сейчас Накана. Надо все начинать сначала. Бой продолжается. Вот первый, по-моему, удар, да, в этом бою. Накана провел его. У меня
мне кажется, или это действительно так, но у Тамуры, по-моему, расквашен нос. У него течет кровь из носа. Вот кого-то он там послал далеко и надолго. Правильно. Чтоб там советчиков очень много развелось, по-моему, у Тамура, нет? Обернулся и послал. Ну, что делать-то, действительно. Знать бы японский, конечно, перевели бы. Атакует сейчас Киоши Тамура. Лицо, по-моему, Тамура скоро станет такого же цвета, как и его плавки. Одной рукой, смотрите, одной рукой держит Тамура ногу Накана. И хочет он что сейчас? Хочет поднять и бросить, очевидно. Но это сделать не так просто. Все-таки вес-то у Накана далеко не детский. Накана напоминает такого хорошего поросенка, верно? Ну и вес у него, соответственно, как у такого же поросенка, если даже не больше. Тамура не очень понимает, что же он хочет делать, как мне кажется. Накана лежит, отдыхает. Что ему действительно? Тамура пытается что-то сделать, но вот попытка болевого приема, удушающего. Не знаю, удастся ли она Тамуре или нет. Судья останавливает бой, похоже. Нет. Никакой остановки нету. Как бы так походя проверил состояние носа своего Тамура и сразу же начал действовать более активно. Очевидно, понял, что если так долго будет продолжаться, то можно и крови много потерять. А Накана лежит, он спокоен. Что-то там они разговаривают еще на какие-то темы. Я, конечно, допускаю, что Тамура пока в уме решает всяческие уравнения, либо примеры из области математики, и как бы спрашивает, правильно ли он решил, говоря ответ Накана. Накана, судя по всему, ответа верного не знает. На последнюю задачу, которую они изучали в академии по вот этому самому Бушидо Академии UWFI. Ну, действительно, пока такая медленная борьба идет, можно, в принципе, домашнее задание повторить, какой-нибудь стишок подучить. Но вот сейчас Элвис Накана так повис над Тамурой и начал давить предплечьем на скулу бедного молодого парня. Но опять никакого толка, ни малейшего прогресса в продвижении к победе у Накана не наблюдается. Тамура уже на ногах и опять сейчас пойдет в ближний бой. Скорее всего, любит он бороться, но что делать? И вот Накана пошел в контратаку, да. Наконец-то, наконец-то. Ох, как неприятно для Тамуры сейчас эти полминуты. Ой-ой-ой, вы посмотрите, что делает Тамура. Защищался он, защищался. Защищался, защищался. И так бросил он этого здоровяка Накана. Можно только поаплодировать. Вот чего, друзья мои, хочет публика, без сомнения. Yeah.
Вот складывается такое ощущение, что Накана чего-то выжидает. Вполне вероятно, он сейчас даст возможность Тамуре встать и начнет атаковать ногами. Совершенно верно. Очень неплохо сейчас действует Накана. Этот отрезок, несомненно, в его пользу. Будет он бросать. Ну, бросай же. Что ж ты. Вместо этого Тамура уже контратакует. Делает он это очень даже неплохо. Ну, Тамура, давай. Давай уже. Все. Чистая победа. Все-таки Тамура одержал победу. А судья-то что, он глухой или немой, слепой? Неужели он не видит, как Накана долбит рукой по ноге Тамуры? Я так полагаю, что Накана дар речи-то тоже в этот момент потерял, поскольку, ну, извини меня, когда нога находится на болевом приеме, и другой рукой остается только что стучать по любому подходящему предмету, показывая таким образом, что больно и сил больше нет терпеть. А судья еще вместо того, чтобы остановить бой, задает идиотские вопросы. Тем не менее, победы Киёши Тамура. И молодец, получает, естественно, огурец в раздевалке, баночку какого-то живительного напитка. И вот задают ему вопрос, ты вообще как себя чувствуешь? Он говорит, я думаю, бился отлично, выглядел перед девчонками тоже хорошо. Все девчонки мои, все такое прочее. Он действительно здоровый бугай, не отступал. И не ожидал, я совершенно не ожидал, что он будет так биться вообще яростно и в основном в партере.